Всем привет! Артём Спитфайер купил новую камеру. Сегодня 6 сентября 2019 года. Вот такой подарочек специально для вложков, для того, чтобы показывать нашу жизнь, интересные моменты. Это пробный влог для того, чтобы затестить камеру, что она может. И, конечно же, покажу, как проходит день, в который я родился. Сами видели ноутбук, все очень жестко, наш прохин китайский. В целом ноут очень круто, очень стильно выглядит. Прикольный Машин ноут. И вот я уже в Майвае на тренировочках, как много людей. Короче, я все же понял, что, скорее всего, я доволен GoPro-шкой. Сейчас протру экран. О, господи. Это тебе. Что это такое? Бублик? Распечатаю. Это ты сама делала кушать мне? Не кушать. Ну пошли, распечатаемся. Это что, трусы? Нет. Это носки? И не только. Ого, это очень круто. Чик-чик-чик-чик-чик. Поздравляю Артема с днем рождения. Какого Артема? Спитфайера. А где он? Он сейчас передо мной. Счастья, здоровья, и чтобы все твои ученики были лучшими в мире. Да. Красава! Молодец, капуэра. Привет. Врач! С днем рождения. Хорош. Поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья. Громче. Тебя же никто не услышит. Желаю счастья, здоровья, чтобы жив до 200. До 200? Да. Мама, привет, я GoPro. Чтобы было в Вегасе, то было в Вегасе. Жарко. 140 чем-то градусов, я в шоке. Кондишены просто в шоке, понял? Кондишены работают больше, чем ты, короче. Готов прокачивать скрим? Дядя, я всегда готов качать нормально. Что за штаны? Чемпионс. Кофточка Чемпионс. $20. Тебя днюха сегодня или как? А что тебя все поздравляют? Один, всем спасибо, конец тренировки! Когда включается камера, люди как шакалы просто бегут. Вы видите? Я же вырезаю вас все время, вы не поняли? Всем спасибо! На выход! Никаких штрафов! Никогда! Вышли быстро! Вышли вон отсюда! Подозреваю, что что-то там уже какая-то заварушка есть. Все понятно, что ты мне жал? Понятно. Счастье, здоровье, успех. Хорошо, нет, не надо. Вдохновение. О. Удачи, везения, выигрыш. То есть ты хочешь, чтобы я был больной? Молодости. Нет, ты молодой. Ты такой холодный. Да, тебе молодость. Такой фреш. Господи, вы эту фотку сделали, боже, кто это сделал? Вот это вот. Кто это сделал? Покажите мне этого человека. Это хорошо, все хорошо, но это. Что это такое? Вы серьезно? Вы что, реальную 500-ку? Видеосъемка запрещена. На 500 гривен, хочешь? Да. Что не понравилось тебе? Ничего. Очень красивый. Мне нравится. Мы, короче, создали чат в Телеграме. Пожалуй, там Мирославничка вообще. Говорит, 100 гривен, я для Бига, наоборот, самое лучшее. Дарю, он такая тварь. Кто выиграл футболку сегодня? Я сегодня выиграл, потому что я первый написал, то, что я смотрю за Артема каждую минуту. С днем народження. Ставимо цю свічку, яка так розпилюється в шаурму. Ну, типа, да. Ти що, хочеш взорвати шаурму? Прикольно. Мені вистачає 400 гривень на біці. Ну, мені вистачає 400 гривень. Пожалуйста, скиньте, ще раз, продиктую номер карточки. 535-414-1-0-9-3-6-9-7-9-9-9. Это Лилу на біці. Опа! Говорил, что ты не дашь денег. Мне интересно, что ты хотел мне подарить. Это iPhone. В смысле, реально? Да.
Отдай мой 400 евро. Айфоны такое, типа они ломаются, чувак. Вы когда-нибудь так обрывались вообще? Эта тварь мне дала 400 гривен, а должна была подарить телефон. Пацаны, просто скидывайте мне на карточку все равно. Но это как бы на айфон. Хорошая вещь. Маша, конечно, меня развела. Я думал, что она мне ничего не подарит, потому что у нас нету денег. Мне ребята подарили денежку. И на самом деле очень сильно выручили, потому что на Германии у нас нету денег. В общем, спасибо всем, кто скинулся бабками. Это лучший подарок, я считаю. Такие сыры разные. А это что такое? Запеканка, это тебе от Святослава. Запеканка от Святослава. Это драники, которые я просил. Это наши штучки, которые мы делали с нормальными шпажками. Они как я. И вино Фрагалина. Наше любимое вино. И вот такое вот красота. Красота. Вот такая вот. И мое солнышко. Это еще не все. В смысле, это кроссовки? Я их увидел во Франции. Они стоили 220 евро. С самого утра у нас красота. Вот следующий день дня рождения. Дима, прощай и уходи. Сразу ты в рай. Где Лил? Он на Олимпийском. Он танцевал, наверное. Где Ким? Тоже там. Хорошил? Хорошил тоже там. Где Даша? Вырезать? Лил, знаешь, где она? Нет. 3 на 5 15. А 5 на 3? 15. А сколько будет 84 минус 13? 84. Сколько будет? Сколько будет? Нет, все сложно. Сегодня у Лил Спитфайра день рождения. Буду его поздравлять, сейчас он должен зайти. Всем привет, опять блогер Артема Спитфайра. Я как почти главная личность, я не знаю, почему так говорю. С днем рождения. Спасибо. А у Егора сегодня тоже день рождения. И у Солджа Спитфайра день рождения. И Артем начал. Что, покажи, покажи подарок. Ты доволен? Я хочу держать просто. Качество звука нормально? Очень, очень жестко. Как вчера выступили? Нормально, но нас второй раз не позвали выступать, значит мы лохи. В смысле, вам еще не заплатили? Нет, нам сказали, что ты сильно дашь нам. Чувствуешь себя уже мужчиной? Нет. Happy birthday, Егор! Жесть. Скажи, немножко завидно, что Лилу айфон подарили? Несправедливое, да, отношение ко всем другим получается? Нет, все справедливо. Ну, конечно, завидно, это же айфон. Завидуешь немного? Завидуешь тому, что Лилу айфон подарили? Еще я не родители, а какой-то тренер. Все понимают то, что они завидуют. Мне нужно уже идти на класс, приходите ко мне на класс сегодня. Уже влог, уже влог выйдет позже, то оно приходите ко мне на класс. Папа Андрюша дает жару. Let's go! Oh my god, с одного толчка, понятно? Damn! Кейв, КПА, Калужа. Это Ярослав, директор Repair House. Repair, рэперский хаус. Дорогие друзья, шукаю вас СММ-менеджер. Какая зарплата, на что людям рассчитывать? Хорошая, на чехлы, на мешки. Ну сколько, говори. Среднерыночная зарплата, какой день работы? Не знаю, говори. В среднем, ты можешь сказать? От 1000 до 2000. От 1000 долларов? Конечно. От 1000 долларов до 2000 баксов, правильно? Евро. Евро. 1000 долларов. Все, хорошо. Скримбаттл будешь на нем? Конечно. Ну, покажи распальцовку Спитфайра. Спитфайра сейчас вспомню. Ах ты ж вот собака. А мозг старый, дядя, я уже чуть-чуть отрасл. Все, это мне на день рождения ты подарил? Да, да.
Приходите к нам на скрим, йоу, чуваки. Налетай на шнурочечки, на эти самые. Ссылка в описании. Чу-чу. Счастья, здоровья. Напомню. Дрэм. Мы круто посидели с вином. И у меня уже немножко язык заплетается, потому что мы праздновали мой день рождения. Хули ты снимаешь? Ты твоя фэмили, блядь. Саня от вина сказал, а, типа он рядом. Сейчас наберут вина. О, лила. Так мы же рядом живем просто. Он не спит, он мне ко мне звонил. Что? Он спит в 11 вечера? Саня упал где-то. А вон Саня. Все, выходи, братан, мы возле Мака. С кем ты общаешься? Я с вином возле Мака жду поздравлять твою мать. А, лил, блядь. Что? А? А, уроки делать? Ну, 5 минут скажи ему возле Мака. Он очень сильно напился, она, пожалуйста. Она скажет тебе, что не я напился. Не выходи никуда, это пожалуйста, неправда. Услышь это. Мы сейчас в парке Шевченко. Я, Твин и Черри возле Мака через 5 минут. Да, не-не, Сань, назад, ты проехал. Мы обманули Саню. Так что ты Лилу хочешь подарить? Любовь. Дай себе гимно, блин. Мы немножко с ребятами, ну мы сидели 4 часа. Ты понимаешь, ты в теорию, блядь, теорию. Нихуя ты не понимаешь. Дай себе гимно, блядь. Я, сука, руки резал, блядь, понимаешь? Я резал руки, чтобы ему подарить всю эту хуйню. А оно паскуда. Где оно? Скажи мне, пожалуйста. Я же заебался и ты. Черешня, блядь. Стой. Подивись на эту красоту, блядь. Ты сдуй. Это украинский мувмент, блядь. Не якийсь там. Какой-то, блядь, там звездарский нахуй, а какой-то... Вырежет, блядь. Сам своими ручками сделал. Лил, это тебе от пташника, он тебе не может это вручить лишнее. Ты понимаешь, что это руна воина, человек, который идет вперед. Есть? А че, блядь, не снимал, как оно ёбнулось, а, блядь? Мы ищем девушку Twin Spitfire, окей, Woodlander, окей, Саша Пташник, Apache Crew. Всем привет. Попробуйте догадаться, на кой хрен Apple сделала свою гитару. Уже на тренировку.